Итак, делаем обуз на Dark Moon на Волоне Dota 2. Значит, нам нужны Минер и Dark Seer, это основные. Как бы еще желательно взять сильных кэрри и одного танка. Значит, вся фишка заключается в том, что Dark Seer может стяжкой стягивать крипы вот на вот этот вот камень. Вот, допустим, как вот здесь вы видите. Желательно стягивать первых крипов, потому что потом вас могут просто пачкой задавить. Вот сейчас я вам покажу. Заманите их просто на себя, отводите к камню и делаете стяжку. Все, они тут остались. Ну, это желательно, мне кажется, делать левели на 11, потому что эти мобы еще легкие, их, в принципе, убивать несложно. И еще на рошанах. Потому что рошаны взрываются на вот этих вот минах. На 9 уровне вы первых мепа затягиваете. Убивайте всех, остальных всех убивайте, а потом минер спокойно минирует всю карту. Вот мепа стоят, а минер занимается своими делами. В общем, бла-бла-бла, он тут минирует, минирует. Сейчас пойдут рошаны. Но у нас были курицы, наверное, потому что год петуха, поэтому они ввели куриц. Ну и понеслась зарабатывать баблишки. У меня было 600 монет. Главное, только успевайте собирать мешочки. Как бы мы дошли только до 11 раунда, потому что у нас, блядь, кэрри, наш кэрри, не совсем кэрри. И танк у нас не совсем танк, поэтому мы как бы не вывезли уже 11 раунд. Ну, я думаю, если можно сделать на 11 так раунде стяжку, минеру заминируют на 2, ну и так далее, то, я думаю, пройти можно. В принципе, можете попробовать. В общем, всем удачи, пробуйте, ребята.